Итак, друзья, я на парковке. Итак, внимательно смотрим. Это у нас торговый центр, это у нас вокзал. Торговый центр, как он называется, забыла, европейский. Вокзал, парковка, машина. Найти очень легко. Вон там вкусная точка, видите? Европейский вокзал, парковка. Жду до 15:00. Надо ж, отъехало солнце было. Приехали, дождь такой пошел. А тут мы хулиганим, да? Ты что творишь с пеленкой-то, а? Ой, хулиган неугомонный, пищит всю дорогу. Пеленку рвать начал. Ой, хулиган. Ну, тем не менее, мы здесь, мы вас ждем. Я надеюсь, дождик летний пройдет быстро. Ну, Алекс, конечно, тоже с нами на встрече. Немного грязный. Ну, что поделаешь, проблема у нас с ЖКТ, то понос, то золотуха. Запоры сейчас вот у нас, поэтому масло принимает вазелиновое, принимает дюфалак. Поэтому не очень чисто, но главное, чтобы был здоровый. Очень тяжело выкармливать, конечно. Очень сложно. Так, несмотря на дождь, все-таки все приехали. Молодцы. Грузимся, да. Грузимся. Да, ну вот одна женщина только пришла. А что, я только приехала почти. Здравствуйте. Потерялись? Надо ж, дождик пошел. Я говорю, только солнце было. Здравствуйте. О, ведерки, супер, спасибо огромное, спасибо. Да. Давайте. Вот тут ведра, одеялка. Ага, ага. Вот хорошо. Ага, ёршик, поняла. Спасибо, да, спасибо большое. Два ведра. Ага. Но они такие, БУ мне отдали. Я поняла, все. Спасибо вам огромное, да. Спасибо. Так, несмотря на дождь, все-таки все приехали, молодцы. Грузимся, да. Грузимся. Да, ну вот одна женщина только пришла. А что, я только приехала почти. Здравствуйте. Хорошо. Здравствуйте, давайте помогу. Что давайте, а то с рукой. А я забыла. Какой праздник сегодня? Вот такой день какого морского. А, да, точно, точно. Так, ну потихоньку заполняем, потихоньку. Потихоньку. Вика в обнимку с чем-то. Здравствуйте, куда? От нас не спрячешься. Вы наши ручки. Очень хорошо. Слушайте, это такое беспокойное хозяйство. Мы вам хотели еще в приют пеленок с собой. Отлично, спасибо большое, да. Загружайте. Я не знаю, вам будет очень весело. Очень. Он пищал всю дорогу. Он сожрал всю пеленку. Давайте. Забирайте свое хозяйство. Привет. Неспокойное. Привет. Так, давай я тоже сниму. Так. А вот приехал. Доставайте. Ага, а что-то все? Сразу смелость да. Куда-то делась? Да. Молодцы. Ну вот, моя машина. Маша. Как ее? Алена. Марина. Уже передали посылки, консервы, подарки. Клетку мои друзья отдали очень хорошую. Вот у нас уже пол машины. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, я имею в виду, подсилками, видимо, не будет. Иди, помогай тогда. Я буду снимать. Ух ты! Девочки, вот здесь вот йогурт, я не знаю, у вас есть вроде коза там, нужна вам? Ага. Просто она такая пластмассовая, куда-нибудь. Я поняла, ага. Ага. Вот уже 13:50. Ой, 12:50. Вот Лиля на Киевском собирает помощь для приюта. Последняя у меня вода. Вам спасибо.
Пирар, спасибо за помощь. Спасибо. Люди корм привезли. И много-много всякого нужного и полезного для приюта. Все, спасибо большое. Какая музычка приятная. Вот место, где мы стоим. Напротив музыкального фонтана. Вот Лилина машина. Кто еще успеет, можете приехать. А вот новые родители нашего малыша. Такой зайка хороший. Они ходили гулять с ним. Он уже слушается, команды все выполняет, да. Конечно, да. Лапу да. дает. Лапу дает. Ко мне идет. Ну, все будет. Это все будет, все впереди. А какие пятнышки на лапках какие. Поцелованный солнцем ребенок. Ну, он крупненький вырастет. Ну, я думаю, пока не. А я люблю крупных собак. Ой, как люблю. Ну что же, удачи вам, счастья. Спасибо вам большое, что вы остановили свой выбор на приютской собачке. До свидания. До свидания. Мы думали, что вы не приедете как сегодня. Как вы без вас? Как? Ну, вы обычно всегда первая почти. Ну вот, я даже хотела позвонить, сказать, слегка. Спасибо, спасибо вам огромное. Замечательные подстилки. Вот это полегче. Назад можно. Да кидайте все подряд, и разберется уже. Что там все легкое. А пеленок-то сколько, ну, Ирина. Спасибо. $250 вакцины для кошек. Вот. Читаете, да? Без бешенства. Еще препарат сирения. 2 синулокса. Коробка Стронгхолд. Паспорта. Опа. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, ребята, 10 рулонов сетки. Ура, в 3 часа машина выезжает. У нас есть сетка, ребята. У нас есть сетка. Огромная, огромное спасибо Леночке. Лена, благослови Бог. Спасибо, милая. Бинты. 2 коробки Левомиколь. Марина нам купила. Марина, спасибо огромное. Я вот сейчас привезла в приют. И ведра. Ведра. Ой, блин. И вот столько ведер. Так. Не знаю, от кого, не сообщили. В общем, вот спасибо большое за подарки. Спасибо всем. Да. Сила волны, красота. Да. Ну что, забираем мы бутылку, поднимаем. Парвиз, ты хоть слезь, а то сейчас и тебя загрузят с ней. Сетки 75 метров. Татьяна, Михаил, спасибо огромное. Так, еще я купила петли правые-левые. Забрала все, что были, 36 штук, вот, на 4 320. Потому что у нас
на многих вольерах двери, петли сломаны. То есть надо менять. Нам надо еще больше, конечно, но... Вакцины для собак без, с бешенством и без бешенства. 60 доз. Вакцины для кошек. 20 доз. Тоже с бешенством и без бешенства. Спасибо большое всем, кто принял участие в закупке. Это Жанна, Наталья и Анжелика. Спасибо, девочки, большое. Подарок от Светланы привезла. 3 мешка корма для собак по 12 килограмм. И еще влажное она передала, но сильное солнце уже отнесли в бытовку. И перчатки. Спасибо большое, Светлана. Приют – это невероятно огромное хозяйство. Это территория, на которой живут около 3000 бездомных животных, спасенных нами. Здесь нет праздников, здесь нет корпоративов, нет выходных и нет каникул. Здесь сплошные серые будни и тяжелый труд. Только все вместе мы можем помочь им выжить. Пожалуйста, подкрепите свой комментарий любой посильной для вас суммой, которая необходима для выживания этих животных. Спасибо всем, кто с нами.